Поклонникам современного искусства только остается удивляться, каким образом Еврейскому музею и Центру толерантности удается заполучить право представлять самые обсуждаемые и неоднозначные в мире выставки в Москве. Очередная удача музея своей лучшей работы привез сюда британский скульптор индийского происхождения Аниш Капур. Аниш Капур – фигура неоднозначная даже для современного искусства. Одни восторгаются его работами, другие пытаются их испортить. Но художник и в вандализме находит повод для творчества. Так, когда его грязный угол во Франции облили желтой краской и испортили надписями, Капур решил оставить его таким, как есть. «Это ведь теперь часть истории, зачем ее стирать?» – признался скульптор. Впрочем, у московских зрителей изменить историю не получится. Все инсталляции под наблюдением. Первым делом на выставке привлекает внимание вот эта работа под названием «Моя алая родина». Внутри инсталляции огромный молот непрерывно движется, оставляя после себя абсолютно ровную поверхность. Кто-то среди этой красной массы видит куски мяса, кто-то вулканическую лаву, ну а кто-то даже вишневое мороженое. Впрочем, трогать экспонаты руками нельзя, поэтому остается только фантазировать, лицезреть и наслаждаться. На самом деле это тонны воска, окрашенные в кроваво-красный цвет. Мысли о какой родине навевает эту скульптуру, сказать сложно. Аниш родился в Индии, но знаменитым скульптором стал в Великобритании. Он и сам не спешит трактовать свою работу. Возможно, для того, чтобы у каждого из нас появилась собственная версия отношения Капура к родине. А вот эта работа называется «Убежище». И послушайте, чем ближе я к ней подхожу, тем действительнее создается аудиоэффект бункера. Чувствуете, как меняется мой голос? Но на самом деле «Убежище» — это так себе. Говорят, что если минут 10 смотреть непрерывно на эту инсталляцию, то может заболеть голова. Это вполне понятно. Внешность убежища обманчива. Кажется, это просто желтый круг, но на самом деле скульптура больше напоминает гигантскую пиалу. Чем ближе к ней подходишь, тем больше теряешь ориентир в пространстве. Начинается легкое головокружение. Однако, стоя спиной к убежищу, есть шанс сделать одну из самых ярких фотографий. А где точно задержится любой посетитель выставки, так это вот у этой скульптуры, сделанной из стали в форме латинской S. Побывать на экспозиции и не сделать здесь селфи – ну, просто преступление. Впрочем, сам автор тоже не против такого способа запечатлеть его шедевры. В этом королевстве одного кривого зеркала уже отметились сотни посетителей. Каждый раз в отражении окружающий мир меняется. То все стало огромным, то наоборот напоминает декорации из страны лилипутов, а может и вовсе перевернуться с ног на голову. А разве в жизни не так? Ну и последнее, четвертое творение Аниша Капура, честно говоря, найти было непросто. Вот оно. Кстати, в этом немалая заслуга и самого музея. Специально для того, чтобы инсталляция «Твое тело, мое тело» выглядела незаметно, пришлось переместить целую стену на 1,5 метра вперед. Таким образом, скрыли объем скульптуры. Это только с виду она плоская. На самом деле, внутри прямоугольника отверстие 154 сантиметра. Если долго всматриваться, кажется, что тебя вот-вот затянет в бездну. Так что, если есть желание разбудить мозг, испытать новые ощущения и убедиться, насколько разными могут быть реальные формы и их отражения, смело отправляйтесь на выставку Аниша Капура. Уникальные работы в Москве до 17 января.